Илья Владимирович. Воинское звание, размер сапог. Не выражевывайся на камеру. За мастер. Блин, я прошел там 20 сантиметров. Вижу. Чё ты рано-то дёрнул? Рано же дёрнул. Видел я её прекрасно. Вода прозрачная. Она же тебя стукнула, предупредила. Стукнула, да. Стучалась в дверь. Нет, ты закидывай на это. На ковёр и скидывай с него. Вылет просек, она никуда не денется, соседник. Илья Владимирович отдуплился. Вторая у него. Сколько у тебя грамм? 4? 4, но. У меня 6. У меня вот эта щука, скорее всего, выходила, он ее добрал. Ну да, по-моему. Похоже. Все, улыбнись. Покажи фак Стасу против. Как там? Перемель. Все, да? Ну, пока снижения не хватит. Работали вот эту двушку, да, сегодня. Там, короче, Тоха, он уехал. Все, мы поучаствовали. Поучаствовали на Кубке Челябинской области. Привет, передай себе будущему. Звание скажи. Сколько лет и звание скажи, потом смеяться будешь. Короче, он еще лейтенант. Младший лейтенант. В техникуме давали. Вот, Илюха Бодрединыч. Вчера мы жахнули 6182, да? Килограмма с тобой рыбы. Сегодня Денис одну на 800 с чем-то, я 0. Zero. Да. 3. Пока стрелили. Пацанов зато сегодня на нашу точку. Они вчера 3 килограмма поймали. Сегодня 4. А сегодня 4, но... Самый крупный у них. Стас, да. Стас влупил щуку монстра, короче, подтвердив звание нашей команды. И мы получили приз Big Fish. Тоха уехал. Вот. Сейчас приз покажу. Ну че, воблеры 130-е сегодня работали, а я две недели их тренировал, они вообще молчали. А 90-е ничего, и резина выключилась. Так и получилось.
что вот наша вторая пара команды. Вчера мы много рыбы, 6-е место заняли, команда 7-е. Сегодня мы за 10-ку вылетели в обоих. Так, вот ладно, щуки монстры рулят. Все равно самое большое. Так. Так, кстати, это же первая мясская команда спортивная в рыбалке. За 1749 года. Тоха жалко уехал. Потом ржать будем в старости. Все равно всех урыли. Да? Надо чемпионат проводить по самой большой рыбе. Это риб складной. Короче, мы сузу раздушили, она 40 идет, короче. Вдвоем. Денис, мы 40 шли в любой шторм, короче, ходим. А на рогозях. В одного она, наверное, пойдет полтос, да. Ужас, я там. Да. Как, расскажи, как ты один прокатился. Это ужас. Насколько ты полный газ выкрутил? Один раз только попробовал. На сколько времени? На ровно там буквально 30 секунд. А взлет взлетает. Адреналина хватило на 30 секунд, чтобы газ полный держать. Там волна маленькая пошла, я добавил. Мы сегодня, короче, на старте на 3 километра оторвались от всех. Приехали без рыбы. А зато на старте всех сделали. Еще шапку уронил, вернулся, ее винтом зацепил, короче. У меня кепка и шапка были одеты. Шапка, короче, на редуктор, а кепка на винт оделась. Я на малом ходу заглушил, снял. И все равно мы всех догнали и обогнали на 3 километра. Потому что они в лоб волне шли, короче. А мы, мы к берегу прижались и выстрелили, короче, к перевозному. Да. Секретное оружие. Ты на него поймал? Я взял Blackfish, да. Вот я она. Щука монстр. Первый заброс. Это же ты на этой неделе делал их, да? Да, я их еще не забрасывал ни разу. Видишь, зелененький, да, с красненьким. Теперь будем Стас делать 130-е. Теперь к этому приклею ее. Пойду, это телефон мне, дочка звонит. Ника, дай трубку.